Уважаемые ульяновцы, заканчивается 2023 год. Он уходит в историю. Мы с вами будем встречать 2024 год. Всегда новогодний праздник был самым любимым не только для детей, но и взрослых. Это семейный праздник. Как правило, за праздничным столом собирались родные, близкие, друзья, вспоминали события уходящего года и встречали Новый год. Каждый из нас надеется, что Новый год будет успешнее уходящего. Каждый из нас живет надеждой. Надеждой того, что в 2024 году завершится военная операция. Надеждой того, что наши бойцы вернутся в свои семьи живыми и здоровыми. Надеждой того, что над нами будет мирное небо. Уважаемые жители Ульяновской области, желаю вам всем крепкого здоровья, удачи, успехов, а самое главное – простого человеческого счастья. С Новым годом, уважаемые земляки!